Takže nazdar lidi, vítá vás Matrix XXL u dalšího let's playe ze hry Metro Last Light a pokračujeme dál. O, já понимаю его. Вижу его мысли и слышу твои, Артём. Ты можешь считать мысли простым прикосновением? С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили давно. Так вот почему ты особенный, Артём. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя звали. Я слышу. Открой. Это шестка. Но мы были уже на начале, не? Это так? Же одни из закрытых ворот D6. Кодовый замок. Что там внутри? Все изменила текстура, то. Мои. Мои. Они там. Они спят. Да это же... А это все дальше темнее. Это же... Смотри, они в спячке. Он не один. Я должен их разбудить. Им пора жить. Нам всем сейчас туда. Если сможем, откроем тебе дверь. Там... Так же видишь, не сочь последний. Рядом, вокруг. Но я должен. Аккурат, иначе останусь шестку. Один навсегда. Помоги нам, и мы поможем тебе. Я сделаю, что надо. Я должен их разбудить. Что-то придумаем. Поживее, боки сонные! Ну, cože? Вставать, парханти? То nevím, jestli to bylo moc... Dobrý. Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Придется? Тогда он выручит нас в полисе. Значит, берите его с собой, и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. За мной. Takže za tebou. Takže do polis, lidi. Konečně. Он не единственный. Не последний. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их. Но он согласился подождать чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, Черный сможет открыть для нас мысли Москвина или самого Корбута. И, возможно, заставит их остановить это безумие. Že konečně jsme v polis, lidi, konečně se dostáváme do polis. Takže to určitě bude nějaký rušný město, takže se připravte, že se to bude asi hodně sekat. Hele, dívejte se, náš temný se proměnil opět v děcko. Ty to máš jak křídla. Tu pláštěnku. A jinak ona chvatil by vše metro. Co na to skáže? Да так бы я поступил. Но ведь агент Красный похитил контейнер с вирусом из D6. Někdo psal, že upřednostňuju grafiku nad hratelností. Není to pravda. Pokud jste si všimli, tak tam jeden part byl vlastně jako benchmark. Takový benchmark, taková benchmarková část. Мы можем заставить Москвина признать. Ничего мы не можем. Мы не армия. У нас на все метро 100 бойцов не наберется. Proto jsem tam zkoušel různé nastavení. Но после предложения полиса о разделе имущества D6, он может искренне хотеть мира. Он выпадает, как и ты, видишь, был загаленный. Москвин? Какая разница, чего он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, D6 окружает спецназ Корбута. Этот договор вы скрепите своей кровью. А что, есть идея получше? Готово. Притащили сюда эту обезьяну. Открыть. Что теперь? Есть. Опичку, разговор это малое дитя. Следуем в зал совета. Жена опичка. За мной. Takže asi bych řekl, že toho hlavního, že ho asi budeme vyslýchat skrz našeho malého temného, jak bych ho pojmenoval. Отставить. Nevím. Всем радше силам буду давать мену. Полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он в курсе. Takže tady už to vypadá trochu moderněji, opravdu jde vidět, že tady je asi nějaká civilizace. Только бы принесло. Očekávám nad... O, ono se to ku podivu ani neseká. Jo, je to celkem obstojně. Tolik lidí na jednom místě. Sláva! Sláva!
заключение официальной части слово предоставляется лидеру красной линии, товарищу Москвину. Товарищи, товарищи, я не побоюсь этого слова. Хэлла, двойглаз, человече. Готовься, Артём. Держись рядом с малышом. Да будет мир во имя наших детей. Так, tady jsme na konferenci. Ты лгаши. Хан, с ума сошел? Не зарекла ещё. Я знаю, что делаю. Просто поверь, хоть раз. Кто вы такой? Охрана, выведите его отсюда. Рейнджеры, отставить. Артём, малыш, ваш выход. Жедем тебе вислыхнут, что в твоей звраценной, гнусной, отпорной мысли. Se bojíš dítěte? Ale měl bys. Tak jsem zvědav, co tam bude za strouchnivělé myšlenky. Jo, tady to vypadá jak Silent Hill. Asi bych měl jít kupředu. Товарищ Москвин, вы должны меня поддержать. Иначе tady ten týpek kurně vypadá jak Marilyn Manson, kdyby se obílil, tak as, hej, aby ho sejmul toho debila. Vypadá hrozně. Oh. Mám zkusit další dveře? Váš brat говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу. Что? Какую угрозу? Мы же братья. Он думает, что вы завидуете ему. Myslím, že on se tě snaží podvést. Suma zašel. Zavsem už. No, сейчас я ему все выскажу. Боюсь, словами удар уже не отвести. Нужно его упредить. Super, zkusíme rychle další dveře. Максимушка, как я рад, что мы с тобой помирились. Tohle je tvůj bratr? Из-за такой ерунды. Ну, выпьем. Выпьем, брат. Takže on tě donutil, vlastně tam ten týpek donutil ten Marilyn Manson, jak já říkám. Aha. Jednoglasno. Generálním sekretářem CK KPM. Co to bylo? Молчиш. Что смотришь так на меня? Глазами своими. No tak, ty jsi dobrý magor, když mluvíš s vodkou. Nechla se až to náhodou nosem? Sám ty vinovat. Ne, to byla tvoje chyba. Kdo chtěl mě ubrat? Korbut tebe zdal. A teď mě za jajce držet. I za tebe! No jo, jen chlastej, jen prosti. Chlastej. Prosti mě napadá mě. Taky bys si dal vodku. Andriuša. Нет мне прощения, а ты все равно. Прости. О, так то бы было все. Так видим, что отравил своего брата, потому что его Корбут, або как он себя называет, Хайзл. Что это? Что было? Я вслух... Так, значит, и мне что-то подсыпали. Как брату. Да, отравил брата своего. Но Корбут, я идиот. Он, конечно, что похопил. Спасти меня хотел. А он так власть взял. За горло меня взял. Právě teď točí na D6. Aha, takže už víme, co chce. Vyhladit všechny temné. Takže my v tom asi budeme muset zabránit, co? Konec. No vy se rukovodíte! Jo, konec a odejdeš. Tak to je konec s tebou, kámo. Zde vše jasno. Skoreje, na vokzal. D6 my neoddadím. Za mnou! A jde se do válka. Thank you.
nějaký exoskeleton dostanu. Fakt že jo, člověče, opravdu nějakou zbroj brutální. Konečně, myslím, že si ji zasloužím, že jo? Ahoj, Aňo! To byla Aňa! Nebo Anna. Spíš rusky Aňa. Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Тогда я должен спасти своих. Ты хороший, Артём. Конечно, что похопил, я сам добрак. Я прежде не забью. Он сделал, что мог. Последняя битва. И ушел. Последняя битва спала. Курня, по рану мне это не идет спевать. А я вас не умею спевать. Это не его война. Я надеюсь, он Takže на D6. Vidíte, s tama jsme. За то, что мы сделали с его братьями и сестрами. С тама jsme. С его матерью и отцом. Odešli a tam taky jdeme. Tam se vracíme. Takže očekávám nějaký epic fight. Co on to má napsané? On tam má napsané Sparta? Slyšet v rádiu, tak nám asi tam chcípají naši no ž, lidi. Началось. Наступает с трех направлений. Бойцы! Ребята! Не буду долго говорить. Все вы профессионалы, и каждый из вас стоит пятерых красных. Так что просто сделайте свою работу, как вы делали ее всегда. И мы победим. Спарта! Спарта! This is Sparta! This is Sparta. No. Na, Takže počkat. Konečně si upravím tady tu bouchačku a sundám si z ní tlumič. Tak. Myslím, že kolimátor si na tom nechám takové, jaké je. Ukáž vyměnit. Za co bych to vyměnil? O, dobře. Co jakou bouchačku byste mi doporučovali? Já bych řekl, že tady ten kalách. Člověče, vidím, že to nic nestojí. Super. To mi na to nechci. Ten je mi k ničemu. A co na to dám? Asi taky toto. Nebo toto? Dobré, co tady máme dál? Vlastně tahle zbraň užívá stejnou munici, takže bych mohl spíše... Je na méně nábojů. Takže bych ji mohl vyměnit za něco jiného. Saiga. RPK. RPKčko. Upravit. Vylepšený zásobník laser. Vidím, že to je všecko zadarmo. Zadarmo se dobře bere, že jo? Tady je dvakrát přiblížení, takže bych to mohl... Tak. To by mohlo stačit. Upravit. Jo, dobré. Tak, takhle si zbraně nechám a teď bych potřeboval ale nějaké náboje. Ohu, náboje zdarma. Tak to jo. This is Sparta, jdeme na to. Хватит там возиться. Давайте сюда. Проверить снаряжение. О, vidíte ty zátarasy? To chci vidět, jak to chci jako prorazit. Jedině vlakem. Samozřejmě, že to prorazí vlakem. Samozřejmě, že vlakem může... Ty vole.
Vlak naložený trhavinama. OK. Daleko, že jsem mrtvý. Artём, živý? Kontuzila, vynesete jeho odsuda. Já přikroju. Hej, dojdou vám tam někdy náboje? Ne, já jsem zabil svého. Potřeboval bych nějakou munici. Jo, to jsou nekonečné fronty nepřátel. A to mám rád. Ale konec. Vyhráli jsme, viva la revolution. Nějaká nová gana. Oh. Co to je? Tanky. Canky. Oni mají canky. Zaraza. Artём, zajmi s tankami, pokud bude. A jak na to jako? Oh. To je dobrá zbraň. A hele, tam svítí. Jo. Další tank. Víte, mi jsem další. Kam zdráš? Že by? No, měli jeden tank. Мы вытащили раненых. Наши сопровождают их до точки эвакуации. Отлично. Перегруппироваться и приготовиться! Сейчас снова попрут! Оу, co to sakra je? Tady je jedna lepší gana než druhá. RPK, to si nechám. Opět. Ty vole. Tak pojďte! Nápojů nekonečno. Jo. Sakra. I need some ammo.
jo, co to je? Jo, jeden, co to sakra je? Takovej Iron Man. Zabít Iron Mana. Dnes je ten den, kdy zabijeme Iron Man. A ten se smaží. No, кажется, справились. Молодцы. Škoda, moc jsem si ho neužil. No, došlo. Komplikt zaminiroval. Приказ я отдал еще в полис. Т-6 нам не удержать, это ясно. Остается взорвать. Ясно, командир. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Co to je? Co se to děje? Это ещё что? Чёрт! Неужели опять? Ты вол влак! Оу! Перекрыть входы! Осторожно! Довольно, Кирилл. Тут уже только мертвые спартанцы. Спартяне прямо сов всюде. Halo. Теперь в метру. Какая непростительная трата человеческого материала. И ради чего? Глупое упрямство. В God of War. Ну да ладно. А и на греческой митологии. Революция все спишет. О, кого я вижу? Целый полковник Мельник. Простите, почти целый. Хайзлерен. Время пришло. А тут кто у нас? А, прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? Остановите его! Вау! Не бойся, ничего не бойся, мой милый. Já jsem zničil celé metro. Tak tvoj papa pobedil vragov i spas metro. Tak zachránil. Papa byl chrabrý. On byl samý chrabrý. Protože ne bojal se neizvěstného. Mama, a kuda dělíš černé? Oni ušli. No, obещali vrnout se. Hlavně, že žijou a jsou v pořádku. To je důležité. Já si myslím, že tohle je dobrý konec. E.T. volat domů. Tak jo, lidi. Myslím, že tohle je opravdu konec. Díky, že jste se dívali. Titulky vám samozřejmě nechám. Co na to říct? Nejrychleji do let's playovaná hra. 3 let's play za den. 2. 4. V sobotu 4. Byli? To jo. Já si myslím, že se vám to líbilo, ne?
je na čase si to projet znovu a na jiný konec. Nebo spíš se na to podívat na YouTube. To většinou takhle řeším. Že se podívám na ostatní konce na YouTube. Tak díky všem za podporu. Opravdu. Kdybych neměl takové super diváky jako jste vy, tak bych to nikdy nedělal tohle. 4 let play za den. Co dál? Na co čím navážu? Nevím, čím navážu. Teď není nic, čím bych navázal. Samozřejmě SimCity a takhle bude pokračovat, to se nebojte. Já jsem teď chtěl mít jenom... Tohle ne, že bych to chtěl mít z krku, čověč. Hele, dívejte se, jak ono to město je otevřené, kdyby to opravdu nechali otevřené. Doufám, že metro, kdyby náhodou někdy někdo udělal další metro, že by to mohlo být otevřené. Já jsem si vždycky myslel, že totiž, jak mělo být metro 2033 původně, tak jsem si myslel, že to má být otevřené metro, že se tam dá jezdit ze stanice do stanice. Nebylo tomu tak, tady už to bylo trochu lepší jako otevřené. Bylo to rozhodně atmosférické. Doufám, že se vám to líbilo, mě jo, mně se to hodně líbilo. Sice lineární, samozřejmě rozhodně to bylo mnohem lepší než nějaké Call of Duty. Stálo to za to. Přemýšlím, co dál. Jinak, co se týče mého Let's Play, tedy pro datum 19. května, jestli to bude, bude sledovat někdo hodně v budoucnosti, tak to asi nebude platit, ale třeba strategie, jako je StarCraft 2, tak jsem tam rozdělal Herd of the Swarm, ale to jsem jaksi zavrhl z jednoho důvodu, protože je to strategie. Protože jsem to už hodně pozdě začal dělat a se to strašně blbě let's playuje. No jako ne, blbě. Ono to je něco jak budovatelská strategie, možná je to trošku ještě horší nebo lepší. Kolem strategie musíte pořád mluvit, já nejsem moc výmluvný. Člověče, to je všecko? Takže jo lidi, díky, že jste se dívali a u dalších skvělých let's play se na vás těším zase někdy. Čau.